Привет, 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 привет. Ребята, вы видели мою новую фотосессию? Вернее, фотосессия, наверное, несколько месяцев, но мы готовили для журнала Top Beauty. Собственно, ее можно увидеть онлайн. У меня в... Оу. Как не видели? Как вы не видели? Как так вы не видели? Короче, у меня в Инстаграме выложена ссылочка. Лайкайте фотографию, заходите, мне очень интересно ваше мнение. Я там рассказала дофига нового, на самом деле я об этом не говорила никогда. Вот. Так что я старалась раскрыть для вас какие-то секреты по уходу. В общем, мне кажется, получилось очень интересно. Маникюр. Маникюр все тот же, с черепушечкой. Тебе идет военная форма. Спасибо. Маникюр делаю, ну, наверное, раз в неделю, в две, в полторы. Но это как-то у меня с детства завелось. Я все время, у меня было куча лаков, и я очень любила маникюр. Тысячи лет я не видела. Ногти. Господи, я показывала ногти. У меня омбре френч, понимаете? Омбре френч у меня. Нет, вы знаете, про педикюр я не... Ну, я забываю, это как бы ненужная часть. Да, конечно, делаю. Что за глупости? Почему в темноте? Я просто люблю темноту. Не люблю, когда ярко. Видела новый клип Рианны? Да, я его увидела в первую же минуту, когда я его выложила. Я его ждала специально. Вы с Сашей общаетесь? Ты дома, ты дома, ты дома. Я дома, но я сейчас уезжаю. Почему решила снять трансляцию? Потому что я вам решила сообщить о том, что я приняла участие в съемке журнала Top Beauty, раскрыла много-много своих каких-то личных секретов, которые я раньше не раскрывала, тут подумала, а нафига, надо же вообще рассказать, что я делаю. Хвастаешься, я, конечно. Я делюсь, а не хвастаюсь. А с вами неделя, говорит, зазвездилась, жадная. А то мне угодить, блин. Почему вы вечно спрашиваете, где мама? Я реально не знаю, почему мне постоянно спрашивают, где мама. Почему синяки? Потому что я хочу спать. Ты просто свет плохой. Да и вообще я не накрашена. И вообще, и вообще, и вообще. Можешь сказать номер Саши Спилберг? Серьезно? Ты носишь очки? Я ношу оправу, ребят. Я ношу оправу. Просто оправу. Знаете, можно носить очки, туда вставить стеклышки обычные и носить оправу. Вау! Ты носишь брекеты? Нет. Я никогда их не носила. Но почему-то я в детстве мечтала о брекетах. Мне казалось, это очень красиво. Зачем носить оправу? Потому что это стильно. Есть момент стиля. Понимаете, да? Слава богу. Ладно, ребят. Короче, смотрите, мне очень интересно ваше мнение по поводу этого интервью. Пишите у меня в комментариях под моей последней фотографией, где я как раз отметила журнал Top Beauty. Мне будет очень интересно, потому что я старалась, я дофига на это выделила времени, на эту фотосессию, на это интервью. Так что я вас жду. Все, спасибо большое. Всем пока.